Культура – вот то, что делает нас разными. И мы должны понять одну важную вещь для журналиста. Нужно уважать культуру хотя бы только потому, что она другая. Культура – это главный признак конкурентоспособности нации. За 11 лет существования «Диалога культур» Эрмитаж посетила более 2000 представителей традиционных СМИ и новых медиа из 50 стран мира и практически всех регионов России, от Калининградской области до Дальнего Востока. Важно, что именно в Эрмитаже мы ведем этот разговор, пытаемся вести разговор о том, как медиа могут осуществить в современных условиях вот этот диалог. I'm a foreign person that lives in that culture, which tries to establish the personal bridge between the two places. Диалог лучше санкций. После окончания каждого форума мы осознаем, что начали понимать друг друга лучше, благодаря открытому общению поверх границ и барьеров, объединяющему людей разных стран, возрастов и конфессий. Par exemple, moi, j'ai vu des gens du Kyrgyzstan, du Lobiskistan, du Tadjikistan, d'Arménie. J'ai rarement, mais jamais eu la chance de voir au même endroit des gens de tous ces pays-là où je ne suis jamais allé, donc c'est très intéressant. Участниками диалога культур были созданы тысячи статей, репортажей, фотографий о жизни города и музея. Лучшие сюжеты легли в основу документальных фильмов «Эрмитаж с любовью» и «Ах, Эрмитаж», которые получили высокую оценку как в России, так и за рубежом. Нам, журналистам, остаются улыбки, рукопожатия и разговоры. Поверьте, они способны на многое, в диалог культур это доказано. Диалог культур. Диалог культур. Диалог культур.